Всем привет, девчонки! С вами Светлана Воронина и канал Светлана Воронина Вязание. Сегодня у нас 8 марта. Девчонки, всех вас поздравляю с 8 марта. Желаю вам всего самого-самого замечательного. Матвей тоже вас поздравляет. Пришел с вами поздороваться. Мы давно не выходили в эфир. Не выходило у меня давно видео. Сынок, можешь пойти пока поиграть? Давно не выходило у нас видео, девчонки, так как я вышла на работу и пока проходила обучение, училась шить, я вышла работать швеей, поэтому не было времени для снятия видео. Сынок, не надо, пожалуйста, я потом все покажу. Я тоже хочу. Вот, вязала я понемножечку, всего понемногу. Покупала пряжу, значит, сейчас покажу вам, какую пряжу я покупала. А цветочки красивые, это мне подарил сынок с мужем. Вот. И подарили они мне еще вот такую пряжу красивую. Матвей показывает. Радужную. Радужную, да, как ее Матвей называет. Девчонки, значит, это у меня пряжа Ернард Flowers Velvet. Такая пряжа у меня уже была. И, наверное, я делала обзор на такую пряжу. А может, нам тошечку на Новый год показать? Ну, принеси, покажи. Вот. И делала я обзор на такую пряжу. И вязала маечку. У меня связана маечка из такой пряжи. Ну, что-нибудь я придумаю, буду вязать еще. Эта пряжа мне очень-очень понравилась. Подожди, сынок, потом покажешь. Сейчас я расскажу. Эта пряжа мне очень-очень понравилась, когда я вязала. Она мягкая. Значит, здесь у нас идет состав 55% хлопок, 45% полиакрил. 250 грамм идет 1000 метров у нас. Замечательная мягкая пряжа. Майку свою я стирала в стиральной машине, и ничего с ней не случилось. Очень хорошо она сохранилась, и летом я в ней ходила, поэтому мне очень эта пряжа нравится. Придумаю и что-нибудь свяжу себе еще. Но я думаю, какую-нибудь туничку, скорее всего. Вот. Следующая пряжа, которую я покупала. А, девчонки, цвет еще сейчас назову. Так, так, так. Цвет у нас. Желтый, розовый и зеленый. Радужный, да, как Матвей говорит. Так, номер цвета 506. Вот. Так, у вас все отражается в зеркальном отражении. Подожди, сынок. Вот зеленый, вот синий, вот розовый. Да. Значит, номер цвета 506, и спицы нам рекомендуют, тихонечко, пожалуйста, спицы нам рекомендуют 2,5 миллиметра, крючок троечку. Вот такая замечательная пряжа. Следующая пряжа, которую я покупала, это идет вот такая Ангара Голд Ализе у нас. Ализе Ангара Голд. Цвет у нас белый. Так, состав, значит, 80% акрил, 20% шерсть. Так, немножечко прервалась, значит, цвет белый, состав у нас 80% акрил, 20% шерсть. Многие уже, наверное, знакомы с такой пряжей, рекомендуют нам спицы от тройки до шестерки. Крючок 2,4. Так, цвет это 55-й. Вот такой. Я думаю по планам связать из нее шаль. Сначала я хотела крючком связать, а потом, думаю, наверное, я спицами свяжу белую шаль листочками. Я не помню, как она называется, но я видела в интернете ее. И это... хочу попробовать связать. Там, значит, в этой шале листочки идут только по краям и в серединке. Вот.
сыном. Можно, пожалуйста, потише? У меня таких 3 клубочка. Думаю, мне на шаль должно хватить. Вот такая пряжица. Следующая пряжа, которую я покупала, это вот такая у меня есть. Это у нас цвет мне очень нравится. Вообще безумно нравится. Она такая приятная. У меня был другой клубочек, другого цвета. Я вязала шаль-лебедушка. Кто впервые меня смотрит, можете найти видео у меня. И, ну, может быть, не совсем очень хороший, но был мастер-класс у меня на ту шаль. Вот. Вот этот голубенький цвет мне очень нравится. Это у нас пряжа идет Ализе Амбрео Батик. Вот. Вот, это Ализе Амбрео Батик. Цвет у нас идет колор 72-45. И метраж 150 грамм, 825 метров здесь. Но я вам не могу показать, потому что идет в зеркальном отражении. Все. Вы не увидите. Цвет мне очень нравится. И с этой пряжи я тоже хочу связать какую-нибудь шаль. Тоже спицами. Вот, спицами мне очень нравится. Здесь такой вот идет, вот хорошо камера передает, нежно голубенький такой. И вот здесь пошел такой вот голубой, темно-голубой. Очень и очень красивая пряжица. Мне очень нравится. Вот. Буду вязать. Так что вот такие, девчонки, у меня планы. А потом покажу, что я вязала. Вязала я детский комбинезончик, вязала детскую шапочку. Но я покажу уже в следующем видео, чтобы было что вам показать. Вот. А сейчас после этого видео начну вязать пинеточки комплекту для комбинезона. Вот такие у меня планы. Значит, что вот поделилась с вами. А, да, еще подарили мне вот такую красивую дощечку на 8 марта. Очень красивая такая дощечка. Это нам подарили на работе. Нас поздравляли. Вот. И купила новый штатив. Сейчас снимаю видео с нового штатива. Очень удобно. Брала я его в фикс прайсе. Стоит он всего 300 рублей, девчонки, но очень-очень даже удобный штатив. Вот, хотела, ездили мы к Наде в Ростов, она у нас там учится, если кто-то не видел. Вот, хотела поснимать вам видео, ну, как поеду, еще обязательно сниму видео. Постараюсь теперь выпускать почаще. Вот, те, кто меня постоянно смотрит, может быть, новенькие, видели, что давно не было видео. Не было у меня настроения, чтобы снимать видео. В октябре я потеряла свою маму, не стала ее. И поэтому не было настроения никакого снимать видео. Сейчас потихонечку все нормализуется. И постараюсь почаще снимать для вас видео. Сегодня такой праздничный день. Смотрю на эти цветочки. Мне очень нравятся. Я вообще люблю мимозу. Нет, как она называется? Мимозу, да? Вот, тюльпанчики и запах весны вообще. У нас, девчонки, на улице тепло. Но сильная грязь. Сегодня я выбрасывала короткое видео, где мои мужчины жарят шашлык. И во дворе такая грязь, такой беспорядок получается. Как бы тепло, но все растаяло, и сильная-сильная грязь. Сегодня мы съездили, поздравили наших сестренок. Вот, подарили им тоже по тюльпанчику. Всех поздравили, пожарили шашлычка. Сегодня у нас выходной день на работе, и у Жени, у меня. И утром Женя с Матвеем нас поздравили с мамой. Свекровь сейчас с нами живет, Женина мама. Вот, поэтому присматривает у нас за Матвеем, а мы с Женей работаем. Вот такие у меня дела. Рада всех видеть, девчонки. Пишите свои комментарии. Я постоянно смотрю. Подписчики прибавляются. Спасибо вам огромное, что вы не бросаете мой канал.
Вот. Завтра постараюсь снять вам то, что я вязала. Ну, а на сегодня желаю вам всего самого замечательного, самого доброго, главное, здоровья, хорошего настроения. И чтобы все ваши мечты и желания исполнялись. С вами была Светлана Воронина. До новых встреч. Всем пока-пока.